Сезон благоустройства в самом разгаре. Видна его активная фаза на проспекте Ленинского комсомола от 15 до 19 дома, а также во дворах домов номер 23, 25 и 35. Депутат Московской областной думы Владимир Жук вместе с муниципальными депутатами Олегом Федоровым и Владиславом Рымшей, а также с Александром Митрякиным, приехали на место, чтобы узнать о запланированных работах. В рамках КБДТ здесь идет замена асфальтового покрытия тротуара, бордюры. Полностью вокруг домов эти? Да, полностью 100% дворовой территории. И здесь тут, да. Работы осуществляют в рамках губернаторской программы благоустройства дворов Подмосковья за счет средств областного бюджета. По второй программе это модернизация ДИПа. У нас идет модернизация детских площадок. Кроме того, жители окрестных домов попросили заасфальтировать так называемую народную тропу. Также по их просьбе будет увеличено количество парковочных мест. А неравнодушная местная жительница Мария Ивчина вышла с инициативой перенести вход на новую детскую площадку. А вот это уже надо поговорить с коллегами, чтобы выход был не прям вот упираешься в этот борт хоккейной коробки, а чтобы этот выход был в сторону входа. Мы возвращаемся к тому, что нам нужен проект, посмотреть, что здесь должно быть на самом деле. Потому что если есть проект, этот проект надо откорректировать. Завершить данное благоустройство рабочие обещают в августе этого года. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ.